В микрорайоне Ферсановка открыли арт-студию для детей «Волшебная кисть». Торжественное событие объединило родителей и юных художников, представителей администрации и депутатов. К открытию студии в зале организовали выставку рисунков юных ферсановцев. Несмотря на новые условия, с детьми будут работать педагоги, которые уже не первый год обучают начинающих художников искусству в микрорайоне. От всех наших жителей. Спасибо вам за то, что вы есть, за то, что дети просто от вас сходят с ума. Торжественное открытие арт-студии приурочили к 125-летию со дня образования станции «Ферсановка», одной из самых старейших платформ, построенных на Октябрьской железной дороге. Самое главное, что у детей появилась возможность заниматься изобразительным искусством в шаговой доступности к дому. В ближайшее время будет составлено новое расписание, и все больше и больше детей будут приходить в арт-студию заниматься изобразительным искусством. Мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Единая Россия. Культура малой родины». Александр Сергеев, Вильфрид Дымковский, новости Химки ТВ.